Кировском районе ранним утром пятницы на пересечении улиц Серышева и Запарина столкнулись Toyota Carib и Honda Fit. За рулем универсала была пожилая автолюбительница. Она ехала по главной дороге в сторону вокзала. Ее оппонент, уроженец Узбекистана на хэтчбеке, двигался по второстепенной, в северном направлении. Светофор в столь ранний час еще работал в мигающем режиме. Мужчина 1993 года рождения не обратил внимания на знаки приоритета и уверенно проехал прямо. «Хонда» шоферу не принадлежит, он недавно взял ее в аренду. Узнав о случившемся, хозяйка машины сразу приехала на место ДТП. Ей казалось, что она лучше знает, кто виноват. В выражениях дама не стеснялась, свое недовольство выражала громко. «Идите сюда!» Пойдемте. Идите сюда, вы. Ну, подойдите, я вам покажу свою машину. А что вы мне показываете? Пойдемте, машину? Я вам покажу Зачем свою она машину. Зачем она мне нужна? Приедут я хочу вам эти... рассказать, такого не может быть, чтобы вы что? Вдарили его. Идите сюда. Я не ударила, он меня ударил. Нет, не может быть. Женщина была убеждена, что пенсионерка отъехала от места столкновения, чтобы запутать сотрудников полиции. Хозяйка «Хонды» считала, что машина стоит в неестественном для данной ситуации положении. Сильный удар не казался ей весомым аргументом. Пенсионерка же попросту старалась избежать столкновения со столбом. Именно поэтому хабаровчанка остановилась дальше. Рассудить представительниц слабого пола придется сотрудникам полиции. Виновником этой аварии наверняка назовут шофера «Фита», который не уступил дорогу. С места происшествия Юлия Зима, Анастасия Манина и Алексей Овчинов.